Друзья мои, если вы ищете автомобиль по очень выгодной цене, то могу порекомендовать вам один телеграм-канал. Называется он «Ниже рынка UFO». Там собраны автомобили по отличным ценам, и они намного дешевле рынка. Кстати, свой автомобильчик, который находится позади меня, я приобретал именно у этих ребят. Машинка мне нужна была для работы, и искал я хорошую низкую цену. Взял я его тогда по очень выгодной цене, ребята, и проработал уже на нем, проехав более 200 тысяч километров. Поэтому переходите, подписывайтесь, там очень хорошие дешевые машины. Друзья, вас всех приветствую, меня зовут Денис, я снимаю все о работе в такси. Ребята, вчера ехал я с одним заказчиком и приехал случайно в Адлер до брата. Посмотрите, Митя снял здесь номерок гостиничный, будет он здесь приезжать по выходным работать, вот так это все выглядит. Вот здесь я спал на шканере, на этом шканере спал Митя, ну и уборная здесь, можно принять душ. По ценнику совсем недорого, сколько про там? Да, по 16 тысяч примерно такие номера здесь, 16, 18, ну я 18 заплатил, потому что по Авито звонил. Лайфхак сразу, ребята, расскажу. Заезжаете, значит, на улицу вот Чкалова, Просвещение, без разницы, и просто едете, и на номера, на дворах написано, сдаются номера, там будет бюджетнее, можно сразу за 16, за 14 договориться, короче, и снять. Ну, ездит 22, ну там такие крутячие. Самый лучший, конечно, отель — это Аквариум, он здесь недалеко был, но все места заняты, и мы там не смогли снять. Там все есть, и кухня, короче, и, ну, в общем, как-то так. Не знаем, что по работе, просто Митя вчера первым заказом, куда ты уехал, братан? Я первый заказ поймал сразу же на Молькино, короче, по комфорту, поэтому, что с работой тут происходит, не знаю. Сегодня выйдем, смотрите видео до конца, узнаете, сколько можно в марте зарабатывать в городе Сочи, Адлере. Сезона сейчас нету, но сегодня какой-то фестиваль всю неделю будет. Приятного просмотра. Походу у вас теплое уже здесь. Не знаю, плюс 10, наверное, плюс 15, да, братан, и сколько? Ну, по ощущениям, такое ощущение, знаете, как весна наступила. Я приехал сюда, и здесь птички поют. Ну, все радует, короче, глаз. И воздух свежий. Вот он, наш конь. Я вчера заехал еще в Дагомысе, прям хорошенько намыл. Первый заказик на Сочи. На Сочи, на парк Еврея, на Рикушка. Принимаем. Если, секунду, братишка, полетел. Если такси, то это 0,8%. Извиняюсь. Первый заказик поймали. Плюс 280. Митя разговаривает, просто ребята в парк звонят. Консультирует. А мы полетели. Так вот, ребята, опыт не пропьешь. Первый заказик и сразу длинный. Сколько там получается у нас? 26 километров. Ну, не такой длинный, конечно, но все равно. Все же в Сочи. Вчера не обнулился, у меня небольшая активность, 26, к сожалению, или 24 она была, а 24 даже. Вот. Ну ничего страшного, будем сегодня работать, значит, осторожно, пропускать нам нельзя. Вот. Накатаем активность к вечеру, там можно будет уже, если что, отменять. Кто сказал, что в Сочи не очень, там белые ночи, там с тобой нас свела судьба, там море и рыбка, и по ночам скрипка, мы останемся там навсегда. Кто сказал, что в Сочи не очень, там белые ночи, там с тобой нас свела судьба, там море. Завершаем. 29 минуток, 984 рубля. Спасибо за поездку. Заказ нормально. По сравнению с летними ценами, конечно, отстой, но так, в принципе, нормально. Да, ребята, и напоминаем о том, что мы с моим братом-близнецом занимаемся подключением к Яндекс.Такси по всей России. Высылайте документики по указанному номеру телефона, мы вас быстренько подключим и будем очень рады посотрудничать. Посмотрите, какая красота здесь. Вау, пальма. Вот это самая красивая клумба, которую, наверное, я видел в своей жизни где-либо. Ну, еще там в Адлере одна есть с пальмами. Вот это, наверное, покруче будет. Так что, ребята, кто еще не подключен к нашему парку, милости просим к сотрудничеству. У нас маленький процент за очень хорошую техподдержку. Вот. Моментальные выплаты денежки можете выводить в любое для вас удобное время на карту любого банка. Так что, кто еще не подключился, подключаемся. А я поехал за заказиком. Дамочка пошла, мы завершаем, ребята, сколько там, 12 минуток, 323 рубля.
и продолжаем также стоять на кнопке. Слушайте, мне хочется снимать здесь все, потому что у меня, ну, вот эти яркие эмоции, когда ты только приезжаешь, тебе кажется, что здесь все так красиво выглядит, все это зеленое после Новошахтинской, после Ростовской области, где, ну, блин, серость сейчас какая-то, вот. Здесь много пальм, пусть они какие-то чуть-чуть не такие, как летом, чуть-чуть подзавявшие, или, знаете, состояние у них не совсем яркое, но все же, это зелень в любом случае, это тепло и трава везде, я не знаю, как объяснить свои впечатления, но здесь очень круто. Сверху, обратно, блин, зачем спускались, плюс 160, принимаем сбытки на курортный проспект. Принимаем один курортный, плюс 162,9 километра, короче, отсюда сюда же привезти, да и все. А, я ж мотор за этого. Завершаем 6 минуток, 285 рублей. Ну, ребята, вот примерно вот такие цены. Обратно в поймать, к сожалению, видите, что раздражаюсь, что не могу. По кнопке и по делам стою, и все, и что только не делаю. Ну, обратно заказов нету, как летом. Летом поставил, только уехал, поставил, уехал. Все же как-то не так все это выглядит. Короче, было принято решение съебывать с этого Сочи, с центрального имеется в виду. И поехали мы в Адлер. В холостую, тут немножко проехать обычно, либо с хосты, либо там с Кудасти уже дают заказы. Нету работы на самом деле, той, которая была летом. То есть ты приезжаешь в Сочи, уезжаешь сразу по кнопке, кого-нибудь везешь в аэропорт. И то есть, ну, простоев практически не было. О, а тут он уже перекрыли гаишники. Кто-то приедет или прилетит. Вот. Поэтому в Сочи лучше не уезжать. Иной раз, я думаю, либо там возвращаться, смотреть какие-нибудь еще программки, листать. По Яше чисто туда уехать невозможно. Будем находиться в Адлере, скорее всего. Вот. Адлер там более равнина и более спокойная езда, умеренная. Ничего, не переживаю, сколько накатаем, цели я никаких не ставил, чтобы не нервничать. Вот. Но я понял, что на данный момент еще работы нету. Выходные вроде бы какой-то там собрались, прилетел кто-то, что-то там, куча людей, но эти люди, походу, нихуя не ездят на такси. Солнце, воздух, горы, пляжи. Это Адлер, Адлер Сочи. Все кайфуют и не спится на Черном море. Да. Пойдем посмотрим на красоту, ребята. Это задняя сторона ЖД вокзала у нас. Я сюда привез клиентов, но мне нужно было везти на ту сторону, но это было бы дольше на 15 минут. Поэтому я немножко схитрил, говорю, слышу, что принципиально, не принципиально. Они говорят, нам похеру. И поэтому я приехал сюда, и здесь... Ой, опять, что там, ближняя подача. Сириус, просвещение. Ой-ой-ой. Да ладно, принимаем, поехали. Принимаем. Не дают мне, короче, отдохнуть, постоять, посмотреть на море, подышать морским воздухом. Надо работать, ребята. Надо зарабатывать большие деньги. Вот. А завтра, наверное, будем отдыхать. Поэтому... Друзья, завершаем. 12 минуток, 362 рубля. И мы вот приехали в такую вот резиденцию. Здесь в основном блатные тачки. Я вам так скажу. Накатал я уже сколько? 600 здесь. И 4 сотки. Это от руки, получается у нас 6500. Вот, выходим на линию. Можно катать, если бы давал только Сириус. Посмотрите. Ой-ой-ой, платная подача в богатырь, село веселое. Плюс 360. Плюс 360. 5... Да давай, поехали, село веселое. Плюс 360, поехали. 5 километров подача, плюс 360, и потом поедем в богатырь. Почему нет, да? Если... Ну, а почему нет? Нормально. Если оплачивается дорога, так обычно дает плюс 280, плюс 220, плюс 250, а тут дает плюс 260. Почему бы его не взять?
Народу много, но у меня слаживается впечатление, что как будто настал сезон лета. Ну, прям очень много людей на улице. Обычно ну, их не встретишь в это время. А тут приехало много молодежи, и этот фестиваль, мне кажется, можно подзаработать всю недельку. Я думаю, работа в любом случае будет. Посмотрите, какой спрос. Знаете. Ладно, поехали мы. Это Адлер, Адлер Сочи. Все кайфуют и не спится на Черном море. Насладиться. 586 рублей вышла эта поездочка. Отлично, прекрасно, превосходно, замечательно. Плюс 320, вот ближняя. На Кирова. Там может быть пробка. Или долго будем ехать. Ладно, принимаем, что делать. Завершаем 17 минуток. Ой-ой-ой, 526 рублей. 600 рублей мы возле Сити Плазы. Тут что-то кайф не горит, но горит аэропорт. Поедем. Значит, поедем мы в аэропорт. А ты куда ехать? Сочи, город. А? Сочи. А, в Сочи прям. Да. Полторы тысячи устроить Сочи? В общем, братва, последний заказик. Не включала я камеру, а с этой, наверное, плохо будет. Ну, в общем, я подъехал. За полторашечку едем мы до Сочей. 22 минутки тут. Нормально. Пошел наш пассажир, остановился. Редбул, мутбул там. Сигареты, мигереты. Короче, пошел в магазин. Вот. Сейчас долетим за 20 минуток. И у нас еще промокод будет работать. Не знаю, будем ловить Сочей, обратку какую-нибудь. По кнопке по делам, в принципе, я думаю, что-нибудь да впоймаем все. А в общем, друзья, приехали мы вот здесь к парку Дендрарий, наверное, или как он называется. Поставил я по делам. Стрельнет. Не стрельнет. Я не огорчусь. Уже десятка, считай, в кармане. Поэтому, в принципе, что хотел, то получил. За 10 часов десятку, это отлично. Можно ехать, в принципе, и в холод. О, вот это наш клиент. Короче, домой мы еще не едем. Постояли, подождали, главное уметь ждать. Приехали, завершаем. 28 минут, 979 рублей. Ребята, в общем, всем доброе утро. Заглушить машинку. Вчера отработали, ну, мне кажется, на славу. Хоть и с промокодом, но все равно на славу. По результатам, именно по Яндексу я накатал. Сейчас загрузится. Ну, около десятки у меня получилось. Плюс 1500 я взял от руки. Ну, то есть подошел тип в аэропорту, я ему сказал, полторашку до Сочи. Вот, 21 заказ, 9400. У тебя, брат, сколько получилось? Уже получилось 11200 по Яндексу, я в своем YouTube канале, подписывайтесь, тоже рассказывал, и 1000 по индрайверу. Покажи результаты, а то обычно, знаешь, как пишут, покажи, давай, поснимаю камеру. Да я же показывал, нет? Вот они, 11200, 25 заказиков, да. Это по Яндексу. И если кому нужны промокоды, ребята, вот здесь будет мой промокод. Указывай его при регистрации, или ты, если хочешь стать самозанятым, укажи мой промокод, и ты получишь также смены без комиссии в подарок. На этом я завершаюсь, мы пошли тренироваться. Все, всех обнял, всем хороших заработков. До новых встреч, ребята.